touch it, bring it, babe. Watch it, burn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe. Hey, yo, let me take the ass. สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าของร้านโน่นไมเฟรนนะคะซึ่งเปิดอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยแลนด์นะคะร้านเปิดมาได้18ปีแล้วนะคะก็มีลูกค้าเยอะแยะเลยแต่หลังจากโควิดไวรัสโคโรนานะคะโควิด-19เข้ามาในประเทศเราทำให้ลูกค้าไม่มีเลยค่ะตอนนี้พวกเราลำบากมากหลังจากที่ไวรัสโควิดนะคะจบสิ้นแล้วเราขอให้ทุกคนกลับมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะขอให้มาเที่ยวเกาะสมุยเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณค่ะВсем привет, с вами опять Натали. В общем, сегодня мы приехали в массажный салон, решили попробовать тайский массаж, может быть, с какими-то маслами или ароматами. Наконец-то все открылось. Я очень рада, немножко удивлена. Ну, в общем, сейчас я выбираю массаж, который бы я хотела для себя. Конечно же, я хочу традиционный массаж тела тайский. Ну, наверное, возьму вместе с каким-нибудь маслом и релаксирующий массаж. Начнем. Конечно же, в батах цены невысокие, как по мне. Значит, обычно тайский массаж тела делается один час, это стоимость 250 бат. Для того, чтобы перевести в русские рубли, то есть нам нужно 250 бат умножить на 2,5. Ну, это в районе там, да, 750 рублей. Час массажа полностью тела. В общем, посмотрим, как это, я еще не знаю, первый раз. Значит, я выбрала для себя массаж с маслом релаксирующий стоимостью 350 бат. Ну, давайте считать, 350, значит, 700, это 1050 рублей час массажа. Ну, я так думаю, что цены, в принципе, прекрасные. Конечно же, в следующий раз я бы хотела попробовать ароматический массаж с маслом стоимостью 400 бат, я это сделаю. В общем, все открыто, можно приезжать, можно делать. Я очень рада. Вот тут также есть массаж с камнями, с чем-то теплым. В общем, косметические процедуры, маникюр, педикюр. Маникюр у них стоимость маникюра и педикюра 400 бат. То есть это получается 1300 рублей. Out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never back, no.
лучший день в моей жизни, наверное. Да. Меня и гладят, и бьют, и стучат по мне. Но мне это нравится. Это классно. Continuously, this is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, you're just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love at least to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Cause love at least to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. Я очень счастлива и очень довольна. Все было прекрасно, великолепно. Заботливые тайские руки мяли меня, стучали по мне, разминали мои мышцы, чувствовали мое тело, где поднажать, где нажать. Вот эти прекрасные люди, тайские женщины с такими прекрасными руками. Ну что, Наташенька довольна, я просто чувствую себя великолепно и очень-очень хорошо. И обратите фишку, что мы здесь ходим босиком. Приезжайте все. Ну, поняла. Приглашаю всех в этот прекраснейший салон массажный. Великолепные люди, великолепная атмосфера. Очень все чисто. Коса Самуи, Таиланд, Чавин Бич. Приглашаю, welcome, рекомендую, великолепно. Пока! Дорогие мои великолепные люди, мы приехали еще в один салон, массаж, то есть это салон красоты по-тайски. Сейчас мы зайдем сюда, по традиции я должна разуться и зайти сюда босиком. Здесь вот есть специальные такие вот штуки, то есть я разуваюсь. Это традиция в Таиланде, разуваться, когда ты заходишь в церковь ихнюю, да, когда ты заходишь в салон, либо в магазины, в определенные помещения мы должны заходить босиком, оставляем обувь здесь, она никому не нужна. Также, смотрите, прекрасные львы, и по традиции Таиланда, да, духи хотят пить. Поэтому каждому вот такому вот красивому символу Таиланда, для того, чтобы было процветал салон, для того, чтобы было великолепие и, конечно же, денежное изобилие, мы должны задобрить духов. Поэтому для духов мы поставили водичку. Ну что, давайте зайдем в салон, посмотрим, что там. Я первый раз вместе с вами захожу в этот салон. Сападика! Вот этот прекраснейший салон, который
ждет всех нас, прекрасных девушек, великолепных женщин, для того, чтобы нам предоставить услуги массажа любого тайского, на тайский лад, любой массаж. Маникюр, педикюр, мы сейчас посмотрим на прайс, да, на то, что здесь у нас. О, тут даже есть русскоязычное, пожалуйста, меню. Для того, чтобы мы понимали, что здесь нам предлагают, и цены. Да? Цены, вы помните, что мы умножаем тайские баты на 2,5, получаем рубли. Что у нас здесь есть? У нас есть массаж, тело тайский массаж, для тела голова, плечи, стоп-массаж. Вот, это, наверное, для меня. Я люблю, когда по мне стучат. Только что это все было, происходило со мной. Масло-массаж, то есть, в общем, немножко на романном русском. Ничего, можно понять. То есть, вот смотрите, тело тайский массаж. То есть, тайский массаж для тела. Бокс, линимент, масло-массаж. Не знаю, что это. Ментоловый. Также здесь есть... красота, да, маникюр, педикюр, пожалуйста, рука, парафин, ну, то есть это маска, да, для рук, маникюр и парафин, то есть это, опять же, маска парафиновая для рук. Так, красим ногти без проблем, значит, есть спа для глаз, есть спа для уха, я не знаю, что это, чистый, в общем, тут что-то чистят. Значит, что тут у нас? Наращивание. Ну, написано растущее, понятно, да, что тайский перевод на ломанный русский. Растущее. Заплетают волосы, укладка. Удаление зуд волос. Ну, то есть удаление, да, вы понимаете, что это нейровоском, как я понимаю. Еще есть мертвое удаление кожи с ног. Ну, это, я так понимаю, наш... Восковая эпиляция, как я понимаю. В общем, предлагают очень много услуг. Сейчас посмотрим, выберем, что бы я бы хотела. Наверное, все-таки маникюр. И немножечко давайте посмотрим салон, да, как он выглядит. На что похоже тайское гостеприимство. Здесь, я так понимаю, происходит массаж ног. Да? Это, наверное, для массажа ног. Слоны. Прекрасный символ Таиланда. Я тоже, у меня есть слон. Я тоже со слоном. Я тоже с символом Таиланда. Это великолепно. Я так понимаю, что здесь происходит массаж ног. И, наверное, маникюр, да, педикюр. Также мы пройдем сейчас. О, тут очень красиво. Очень красиво. Тут действительно великолепно и красота по-тайски. Сейчас я поднимаюсь, здесь массажный салон. Массажный салон, там кому-то делает массаж, я кричу. Прекрасно. Это традиционная тайская. Король Таиланда. По традиции это находится в каждом салоне и в каждом доме Таиланда. Они очень уважают своего короля и королеву. Сегодня, кстати, у королевы Таиланда день рождения. Да, в честь этого я сделала себе тайский массаж. Поздравила себя. Вот оно, как оно все выглядит. То есть вы проходите сюда, выбираете себе массаж и проходите. И проходите вот в такие вот кабинки. Мы уже с вами были в одной из них. Это было великолепно. Все чисто. Все очень чисто, свежо, свежий воздух, кондиционер, то есть здесь не жарко,
тут очень приятно. И еще прошу заметить, что, пожалуйста, если вы хотите пить, вы можете воспользоваться вот такими вот стаканчиками. Это только ваш персональный. Коронавирус там не страшен. И мы вот, то есть, ой, рыбки золотые, денежные. Обожаю это. Ну тут действительно очень классно, комфортно. Все вот прям для нас, для девочек. Смотрите, какие красивые подушечки. Такие мимимишки. Класс. Мимимишно очень. Здесь у нас происходит... А, вот он. Тут маникюр-педикюр, да? Скраб. А, здесь происходит скраб, депиляция. Это, наверное, как сауна, да? Спа-процедуры. Вот наша любимая русская арома-ваня. Мы знаем, русские девочки ее очень любят. Смотрите, звоночек для вызова, да, персонала, если что. В общем, все классно. Смотрите, как красиво. Тайские орнаменты, вот мне очень нравятся их традиции и так далее. Тут тоже вон подушечки, можно под ковочку сесть. Можно так, все классно. Очень гостеприимно, очень красиво. Так как сегодня день рождения тайской королевы, я себе сделаю золотую маску на лицо. Данная процедура займет около часа. Значит, золотая биомаска, что сюда входит? Значит, здесь получается у нас идет крем, нанесение крема, нанесение скраба, коллаген, маска из коллагена золотая. И также ручной массаж. Прекрасная процедура. Она подходит для тех, у кого, ну, для омоложения, то есть против морщин. Значит, стоимость данной процедуры заключается в 700 бат. На русские деньги это 1750 рублей. Ну, я так думаю, что после золотой маски золотая Наташенька, золотая девочка будет очень красивая. И сейчас мы пройдем, да, в это отделение, где меня будут сейчас приводить. Прекрасный вид. Прекрасный вид. Вот, на стене у нас есть замечательные, красивые кони с золотыми обрамлениями. Сейчас будут золотые лошади и золотая Натали с золотой маской на лице. Я так понимаю, что процедура будет проходить в этом зале. Вот мой мастер. Я снимаю очки. Ну, сегодня у меня день красоты, день удовольствия. Я очень рада, что открыты сейчас салоны. И массажные салоны тоже. То есть я должна лечь. Я ложусь. В Таиланде уже все работает для нас. Великолепно. Я на немного прощаюсь с вами. Потом еще раз поговорим. Thank you.
Я себя чувствую очень расслабленно. Кожа моего лица также расслаблена и готова принимать в дальнейшем последующие процедуры. Это была банановая масочка или крем. Очень приятный запах, ароматный. И был легкий массаж, который расслабил область вокруг глаз. Это приятно. Великолепная процедура. Так как мы все время перебираемся на байке, теплый воздух постоянно соприкасается с моим лицом, с кожей лица. Эта процедура, я так понимаю, для меня просто была необходима. Особенно для кожи, для моего лица, которое сейчас счастливо. Новый запах. Цветочный. We'll be right back.
Thank you.
я молодая, красивая, свежа, как роза. А, золотая маска сопровождалась массажем. А массаж был такой, я так понимаю, что нажимали на те точки на теле, где мышцы также должны быть расслаблены. То есть было такое интенсивное нажатие, ну, немного было больно, но в общем, было больно и приятно. Это было классно. Вот этот прекрасный мастер, который сделал из меня свежую и прекрасную девочку. Я сегодня да, просто великолепно. Я очень рада, что открылись салоны массажные, салоны красоты. Это того стоит. То есть на данный период времени я сегодня потратила 1050 бат на массаж полностью тела с маслом, на маску омолаживающую, освежающую. Маска сопровождалась массажем. Ну, я очень довольна. Прекрасного дня. После салона красоты, после массажа заехала я покушать пиццу. Мы находимся в пиццерии, называется Home Pizza, домашняя пицца. А в меню, у нас есть меню. Здесь не только пицца. Здесь также есть курочка с рисом, есть меню фри. Меню фри, значит, наггетсы наши любимые, салаты, мороженое. Очень красивое мороженое я посмотрела. И пицца. Я заказала пиццу с беконом и с барбекю курицей попробую. Также я заказала пиццу с крабом. Не знаю, как тут по поводу краба в Таиланде, но посмотрим. И бекон, что-то там с беконом. В общем, в Таиланде пиццу готовят, спрашивают вам какую. Толстое тесто, тонкое тесто, как вы хотите. Ну, в общем, будем пробовать, это очень прикольно. Сзади меня смотрите, какой классный экран. Все, меню на экране, вживую. Вот наша пицца. Так, это к нам приехала. Значит, куриная пицца вместе с ананасом. Оу. Тайская пицца. Класс. Это пицца middle, средняя. Что, будем пробовать? Красиво. Тянется прям. Ой, супер. Тесто не толстое. Очень-очень
очень-очень вкусно. Тесто изумительное. Очень вкусное. Бай-бай. Все, пока-пока.